Добрый день, меня зовут Юрий Мирный. Я из Крыма. Я являюсь экспертом в области продаж, ремонта и обслуживания сервисных автомобилей. Давайте поговорим, что самое главное является причиной выхода автомобиля из строя. Это, конечно, некачественный бензин и это присадки. Вы знаете, что при некачественном бензине выходит, прогорает клапана, выхлопная система, лямба, зонты, инжекторы. Поэтому автомобилисты переходят на заправки, где продают более качественный бензин. Но не каждый автомобилист знает, что в Украине и в России производится всего лишь менее 50% 92-го бензина. Остальное все 95-й, 8-й, супер. Это все присадки, так же, как и дистопливо. Что я могу вам посоветовать? Наконец-то появился в мире продукт, который только дошел до Украины, вот, который называется EnviroTabs фирмы Dream Global. Вот. Что я могу сказать о продукте? Это биокатализатор 5-го поколения, который увеличивает сгорание ТО 95%. Мои результаты. Mazda 323F, 16-клапанная, спорт-вариант. Расход с 8,5 литров стал 6,5 литров. Вот. Тем более перешел на 92-й бензин. Если все вместе посчитать, то раз экономия составила где-то 25%. Я считаю, это великолепная экономия в наши дни, когда идет кризис, нет работы, и когда вы сами видите, бензин стоит больше 1 евро, при зарплате у людей где-то 200 долларов. Я рекомендую всем друзьям, всем знакомым покупать прекрасный продукт, вот, пользоваться им, сохранять двигатели автомобилей и кататься на радость.